Меня зовут Вадим Старов. Сегодняшнее наше с вами занятие будет посвящено самообороне в автомобиле. Раздел личной безопасности и выживания в экстремальных ситуациях. Наше с вами занятие пройдет на Рублево-Успенском шоссе в загородном доме. В последнее время участились случаи воровства личного автотранспортного средства, в частности дорогих иномарок. Много в последнее время технических средств, устройств, сигнализаций. Тяжело машину украсть. Гораздо легче завладеть машиной с помощью вооруженных. Остановился, выходит из машины. В этот момент может быть угроза завладения личным автотранспортным средством с помощью огнестрельного оружия. Завладение автоматическими ключами, машиной и документами. Ну и чтобы избежать этого, мы с вами проведем сегодня ситуационный тренинг. Когда не сажайте в машину мало знакомых людей, старайтесь не останавливаться в малоосвещенных местах. И, например, если вы даже вы остановились, кто-то вам подходит, что-то у вас спрашивает, то вы старайтесь стекло немножко только приспустить, полностью не опускайте. Ну и, конечно, уже вопросы, связанные непосредственно с техникой самообороны при угрозе наставления как короткоствольного оружия, так, возможно, и автомата, мы с вами рассмотрим, когда приедем Рублево-Успенского шоссе на Николину Гору, в загородный дом. И рассмотрим все вопросы, посвященные личной технике безопасности и выживанию в экстремальных ситуациях.